Короче, какую-то посмотрим, что привезли. Отлично. Основание спросить. Какое? На каком основании фургончик смотреть? Обязательно. А? Нет. Обязательно. Идите, Игнатьевич. Дай ключ, Сереж. Салон полностью всего отрекается полностью. У меня понятыми. Я делаю осмотр транспортного средства. Чем вызвано осмотр? Чем вызвано что? Да у меня операции куча. Арсенал, МАК. Это задерживает кого-то. В смысле задерживает? На выявление оружия, наркотиков. Оружие не будет здесь. Основание для осмотра. И согласно регламенту, что у вас есть это. Я имею право смотреть машину будет. Если вы отказываетесь предоставить осмотр, я вам объясняю, если вы отказываетесь предоставить осмотр, я останавливаю его, вы не объяснили причину остановки. Нам сказали, какое основание? Вам спокойно сказать. В смысле, я так скажу? Ну, нормально, а так можно, но потом остановить. Вот, что это. Вы должны руководство заявить, как этого не допустите. Во-первых, со стороны посмотрите. Это раз. Я тебе составил для проверки документов. Во-первых, я смотрю грузы. Что перевозишь? Вещи. Что там? Пешкек. Вот, пожалуйста. Вот. Вещи, одежда. Показать. Есть на видеокамеру? Минуту, документы есть на видеокамеру? Есть. Это частная СЕМ. Документы принесите. Видеокамеру проверим. Уходи розыск. Что, не краденая, говорю? Не краденая, говорю, спрошу вас. Нет, конечно. Попасть в розыск, проверим все документы. Есть документы с собой? С собой нет, я коробку не взял. Сейчас с собой на пост принесем, проверим по базе. Ладно. А что везете, что за вещи? Личные вещи. Личные, да. Откуда едете? А это из Барнаула. В Барнаул. Через мост. На видеокамеру несите. Да, проверим на пустую. Ладно. Все, закрывайте. Пожалуйста. Пойдите тоже на пост, проводите русскую проверку. Николай, пойдем. Николая тоже позвали. Сейчас, подожди. Николай! Подожди, у нас документы.